Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ежедневные испытания, давайте посмотрим. О, хищнец, как раз-то он мне и нужен. Слушайте, попробуем, попробуем одолеть. Ну, зависит от того, кого нам дадут на выбор. Ага, понятно, значит, вот эту базу нам дают, ниндзю. Слушай, я не знаю, нам, наверное, лучше взять Ронина. Так, погоди-ка секунду, у меня здесь особого выбора-то и нету. Так, ладно, хорошо, возьмем мечника. И... пум-пум-пум. А кого еще взять мне? Кого мне еще взять? Ну, давай Вуджена, так уж и быть. Ребят, я что-то не уверен, что такой командой я смогу одолеть вот такого сильного противника. У меня даже здесь нет рыцаря-мага, который обычно всегда на передовой. Слушай, один страж чего только стоит. Я не знаю, как мы тут будем с вами играть сейчас. И хищнец, и это. О, будет сейчас, наверное, очень жестко. А у него и воблер там, и еще кто-то. Ладно, хорошо. Предположим, ребята, да? Давай выпустим Ронина. Ну, он, естественно, идет еле-еле. Как в штаны наложил, как всегда, ребята. Это меня почему-то не удивляет. Игра только загрузилась, уже начинает подлагивать. Еще ничего особого здесь не произошло. Вот, смотри, сейчас будет страж. Страж будет нам, естественно, компенсировать мозги. Давай вызовем Вуджена. Вот так, ага, Вуджена вызвали. Вуджен же отдыхает, судя по всему. Так, что-то какие-то, ребята, лаги в игре серьезные, я вам скажу. Сами, наверное, видите, да? Подлагивает по черноку игра. Ну, может быть, прогрузится, будет более-менее нормально. Пока что-то как-то не ахти. Так, давай попробуем, ребята, вызвать Вуджена. Может быть, он нам как-то здесь поможет. Хоть чем-нибудь, ё-моё. Хотя я в этом почему-то не уверен. Давай фаербол. Воу-воу-воу-воу-воу, ульта. Ты смотри, что делает ульта, ребят. Офигеть, блин. Мне, значит, какой-то сраный фаербол дали, да? А ему ульту. Как хочешь, как говорится, так дерись. Зашибись. Пока мои войска подойдут к его базе, он опять меня сейчас раскурочит здесь. Нет, можно, конечно, вот так вот сделать. При желании, наверное. Верно. Верно, что неверно, не шиша. Давай, ребят, фаербол. Ну, естественно, он тоже ульту применяет. Причем ульта у него практически всех моих ребят сразу сносит. В общем, ребят, я могу сделать здесь один огромный вывод. Ни шиша нам тут не светит. Понимаете? Не шиша. Вот же со своим минимальным дамагом, господи, ну... Ну что ты тут, а? Ну что ты? Нет, ребят. Из-за ульты у нас ничего, ребят, не получится. Он меня будет раскрамсывать. Он будет меня убивать. Хотим мы этого или не хотим, смотри, что делает. Ну, ну и как это вот понимать? Да как хочешь, так и понимай, елки-палки. По-другому это не назвать. Ну, сейчас он так и будет. Стража, за стражем он будет вызывать воблера и... Петрушка это будет повторяться до... Вплоть до ульты, до самой. Да? Сейчас еще ниндзю мне подбил. Не. Противные, ребята, у нас войска. Не совсем хорошие. И подбор вообще корявый. Сейчас он будет опять применять ульту. Ну и все. И опять то же самое. Опять 25, ребят. Короче, я попытался. У меня ничего не получилось. И... Это вообще... Не выигрышный вариант, в любом случае, ребят, не выигрышный. Страж один, ну он стража, опять эту жабу с молотом вызывает. Все, короче, сфейлились мы с вами. Ну, я пытался, ребят, честно вам скажу, пытался. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Ладно, тогда мы с вами просто-напросто переходим на основную сюжетную линию. Хищница мне, к сожалению, не судьба увидеть в сегодняшний день. Да, не получим. Так, давайте выходить отсюда и пойдем, ребят, с вами на основную сюжетную линию. Нам осталось там совсем немножечко пройти, и у нас следующий портал будет. Так, здесь у нас, значит, страж соточка, бородавочник соточка и 99 уровня жаба с пушкой. Против них мы будем с вами применять, наверное, вот этот вот отряд, потому что другой какой-то, наверное, не потащит. Хотя друидка, да, друидка еще может вытащить, мне кажется. Но я не буду рисковать, ребята. Наверняка будем играть этим отрядом, чтобы пройти сразу за одну попыточку, за один проход.
Так, ну что там, кто у тебя выходит? Давай, вызывай свою шантропу. Я бородавочник. Хорошо, что он, ребята, просто вышел. Понимаете? Он вышел просто. Прогулочным шагом. Вот они идут к моей базе. Естественно, мы сейчас будем их перелавливать всех. Перехватывать. И, естественно, уничтожать. Так, жаба. Точнее, жаба. БФГ, какая жаба? О чем я думаю? Шаби. Так, бородавочник, карточка выпала нам. Отлично, ребят. Слушай, да не может быть, чтобы так изи. Нет, ребята, вызвал все-таки он стража. Я думал, как-то легко так все у нас идет. Ничего легкого. Все очень, ребята, даже сложно. Сейчас и чумную мышь мне подобью, да? Ронин, как всегда, не спеша все это делает. Ладно, две БФГхи здесь, ребята. Бородавочник, опять жаба с пушкой. Что-то мне не нравится расклад весь этот, ребят. Вообще не нравится. Погнали, ульта пошла. Ульта, она мне здесь как-то не особо заходит. Замораживает мне чумную мышь. Вот так вот, их всех к ногтю. Так, смотрите-ка, отдуплился. Опять же, за счет, ребята, отражения. Ну и все, я думаю, что базе и... Ах! Вот надо было ему напоследок вызвать стража, а? Как специально. Как вот нарочно он все это делает. Ладно, я буду применять, ребята, ульту. Ульта сейчас тут всех разнесет в хламину. Есть. И базу заодно тоже. Ну что же, неплохо, да, я думаю. Для начала, для разминочки. Так, здесь у нас предпоследний уровень, ребята. И дается хищнец. Дается тритон. И, ну, по крайней мере, страж здесь 99 уровня. Хорошо, я готов ко встрече с ним. Я готов ко встрече с ним. Ребят, скоро игру мы эту пройдем, скорее всего. Да, до соточки доберемся. Ну, единственное, конечно, нюанс — это прокачать всех героев. Не знаю, получится у нас этого или нет. И стоит ли. Наша цель — пройти же игру вроде бы как, да? Так, погоди. Хищнец, угомонись, пожалуйста. Ронин, накажи его. Вот так вот, чтобы знал свое место. Паршивец такой. Выходит мне здесь еще на всех парах. Ну, сейчас-то, оп, нормуль, кстати. Ронин вообще по красоте, ребята, жгет. Давай мы так вот ульту. Нет, я люблю, когда ульта красным лучом бьет, а не вот этим обычным белым. Это ерунда какая-то на самом деле. Так, давай тритошу этого тоже закромсали. И, ребят, судя по всему, мы сейчас с вами уничтожим ему замок. Да. Уничтожили, он даже пикнуть не успел. Слушай, быстро мы что-то с вами идем. И заключительный этап здесь кто у нас? Ну, естественно, ребят, смотритель. Смотритель — это, ну, как вам сказать, фигня, короче, на самом деле. Я думаю, что мы сможем его даже... вот этот отряд, я думаю, не стоит нам брать. Давай, наверное, все-таки возьмем, где ведьма. Пускай он лучше забирает наших зомби, маленьких зомбарей, да. Берет под контроль. Ну, а мы их быстренько будем чекрыжить, соответственно, и быстренько будем уничтожать смотрителя. Благодаря этому действию. Главное, чтобы ведьма у меня вовремя вышла. И никто не помешал ей. Так, погоди. Погоди. Ох, сейчас звезданет, ребята. Ох, звезданет. Звезданул. Так, что у нас тут получается? Так, погоди. Опс. Урон получили. Все, фейл. Это, ребята, фейл чистой воды. Ну, во всем виноват, конечно же, бородавочник паршивый, который вылетел с разбега, и мне пришлось просто в панике кого-то вызывать. И вызвал я, ну, естественно, рыцаря-мага. Вот, вот она, красная, ребята, ульта. Самая смачная. И опять, смотрите, ребята, и опять он бежит, псих-то этот, бородавочник. Он никак не может угомониться. Слушай, тут, наверное, надо ускоряться. Все равно нам придется переигрывать этот уровень. Смотрите, уже смотритель вышел вовсю. Так, по-моему, сейчас хана базе нашей будет, ребят. Да, вот мы и поиграли. Зашибись просто-напросто. Хорошо, ребята, переигрываем, короче, мы этот уровень. Зашибись, вот ни за что бы не подумал, что мы здесь с вами будем фейлиться. Да, это как-то грустно осознавать. И причем у нас энергии-то здесь осталось всего лишь две. Я, ребята, опять же беру эту команду. Можно было бы взять, конечно, и друидку для пущей, как говорится, верности, но... Не хочу. Лишь бы сейчас этот говнюк-бородавочник просто вышел. И все будет хорошо у нас. Если он опять с разбега побежит, это будет печалька для меня. Мы можем, знаете, что сделать? Ронина вызвать. Пускай у нас... Вот, сейчас Ронин ему как звезданет. Оп, смотри. Блин. Что-то как-то опять у нас не затеялось все. Ну, давай, прыгай уже, хищнец.
Получи и распишись. Так, дальше мы с вами, наверное, будем вызывать чумную летучую мышь. И мне нужно 500, ребята, маны накопить. Потому что у него смотритель вот с секунды на секунду должен появиться, в принципе. Так, 500 маны мы с вами насобирали. Так, теперь остается лишь что? Только лишь призвать ведьму. Так, моя чумная мышь будет заплевывать. И я вызвал, ребят, чумную мышь. Чумную мышь, я вызвал ведьму. О чем я думаю, господи, а? Так, ну что, давай Ронина вызовем. Ронина вызовем, и будет у нас тут все по красоте. Так, ну что, ребята, как мы видим, смотритель тут как тут, он уже появился. Наше дело сейчас быстренько уничтожать вот этих вот пришельцев. И, соответственно, делать армию зомби нам нужно. Давай, 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 отлично. Отлично, ребята, мы его сейчас застанем. Пускай пока подумает. И ульту. Все. Нашинковали мы его. Ну а дальше, ребята, дело в шляпе, как говорится. Заморозка тут еще нам фартанула. Все, разбираем сейчас ему базу. Его уже тут, к сожалению, ребята, ничего не спасет. Видите, как мы наносим дамаг. И все, эта локация у нас, ребята, с вами пройдена. И забираем, конечно же, ревард. Ну давай, ревард сюда. И посмотрим, что нам выпадет из него. Так, ну что, жаба с молотом, да? Вот база, это хорошо, и 9 гемов, отлично. Ну, а жаба с молотом, ребята, у нас прокачана, поэтому... как. О, вот, вот это классно. 14 карточек на ведьму, это, я считаю, хорошо. И мы с вами отправляемся в 86-й портал. Тут у нас, ребята, встречает нефритовая долина, завод роботов, нежить будет здесь у нас, опять же, захватчики. И подданный, то есть все разные, нет повторяющихся, никого абсолютно. Так что давайте мы, наверное, для... Ёлки-палки, он с Ронина начинает. Начинается у нас тут, ребята, все дело с Ронинов. Что вы прикажете мне в этом случае делать? А я скажу вам одно. Во-первых, нам нужен отряд, где у нас друидка. Потому что щитобот, он может проконтролировать удар именно Ронина. Так что давайте проверять, правда это или нет. Так, смотрим, сколько он выдержит ударов. Раз. Оу, вообще четенько, ребят, смотрите. Прокачан, но он вышел просто, ребята, повторю, без истерики. Если бы он психанул бы, конечно, был бы расклад немножко другой. Ну, а в данный момент... Так, а вот это уже не надо мне делать. Так, кто мне здесь пригодится, ребята? Мне здесь нужен паладин против всадника на журавле. Против всадника на журавле именно палыч нам пригодится здесь. Так, давай бомбить. Ронина уничтожи. Ау, не получилось. Ладно, и так сгодится. Ускорение, ребята. Давай, 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 закромсали, закромсали этого Ронина. Отлично. Так, я тоже вызову всадника на журавле. Он достал уже тут нас атаковать. И мой всадник на журавле должен, по идее, его подбить. Конечно, там опять выбежал Ронин. Расстрелял всех, ну и сам погиб. Все, ребятулечки, сейчас будем с вами заморозку применять, если понадобится, конечно. Оп, никто не вышел, ну и ладно. Нам тогда проще будет. Все, забираем карточку на замок и переходим на следующий с вами этап. Так, а здесь кто у нас прибавляется? О, ё-моё, ёлки ты палки, терракотовый воин. Короче, я, кажется, понял, ребята, здесь будет у нас Ронин, терракотовый воин, тигр здесь будет, стопудово он будет здесь. Так, давайте-ка мы, наверное, вызовем щитобота и молотильщика для прикрытия. Ты смотри, как он меня, ребята, здесь обманул, а? Вот это он меня надурил, я вам скажу. Вот это он молодец, красавчик, ничего не скажешь. Ну-ка, Палыч, разберись-ка с ним по-хорошему. С этим всадником на журавле, с этой бабулей, которая сидит и думает, что ей все здесь дозволено. Так, у нас, ребята, ульта готова. Но я хочу призвать, наверное, сюда. Наверное, нам придется на ведьму накопить как можно быстрее. Так, давай-ка вот так вот истребим их всех здесь. Ага. Нормуль. Так, паладин, ты куда собрал? Ой, Ронин, ты куда побежал? О, бомбит потихонечку, да? И, ребятулечки, я вызываю сейчас друидку. С друидкой все будет хорошо у нас. Все, она вышла. Так, а здесь у нас что? Тут два терракоши было. Но мы их расписали.
Так, давай, давай, друидка, ставь тотемы. Не хилищие ставь, а дамажные, дамажные, красненькие. Те самые, да. Так, вот это я понимаю. Вот это называется рабочий тотем, который наносит урон. Давайте вызовем еще паладина. У нас, ребята, времени мало, минута всего лишь в запасе, поэтому нам нужно поспешить, если мы хотим пройти этот уровень с первой попытки. Так, давай-ка еще вызовем. Ну вот, началось лагание, ё-моё, а. Залагало все, как не знаю что. Так, ну, отлично, подбили. Всадника на журавле тоже подбили. Применяем, ребята, ульту против всяких там ронинов и так далее и тому подобное. И уничтожили мы базу. Кстати, вот этот тотемчик нам очень хорошо помог. Как раз он возле ворот стоял и наносил урон по базе. Так, третий, ребята, уровень. Ну, я был прав, видите, тигр, ронин, всадник на журавле. Получите, распишитесь, как говорится. Будьте добры, жуйте, не обляпайтесь. Да, и начинается, как всегда, наверное, с ронина, да? Будет вызывать он? Вызвал. Вызвал, ребята, он этого психа. Ай-яй-яй-яй, ну-ка. Стан, встан его, пожалуйста. Чё за истерика-то? Все, понятно, короче, фейл здесь, ребят. И еще один, еще со психу бежит. Все, тут все ясно, ребят. Проигрываем. Тут даже друидку нет смысла вызывать, потому что, ну, ее раскромсает там моментально. Это, конечно, чит был в данный момент, что два ронина, да в истерике. Сразу же. Что-то я такого давно не помню, чтобы у меня вот ронин выбегал два раза подряд в истерике. Ладно, давай еще разок попробуем. Мне все равно, ребята, этим отрядом только играть. Ну, конечно, могу взять имбовый, но вряд ли он потянет. Давай попробуем опять же с щитобота. Да ёпрасы, ну это уже, ребят, ну это несерьезно. Это уже, я считаю, несерьезно. Хотя бы в стан его загони. Нет, тут даже станом и не пахнет. Да, ронин тут вообще приборзел, я смотрю, в корень просто-напросто. Я не знаю, давай попробуем так сделать и щитобота призвать. Так, смотрите, кто ползет, ребята. Ползет у нас здесь тигр. Идет тигр. Так, а если мы с вами, знаете, что сделаем? Давай попробуем через всадника на журавле сыграть. И попробовать можно, в принципе, вызвать паладина. Да, вызвал, блин, паладина. Все чертям собачьим полетело. Слушай, что-то меня вот это напрягает. Давай тогда, наверное, все-таки выбирать имбовый отряд. Ну, сами видите, ребята, это не вариант здесь. И тут тоже, кстати, энергии не так уж и много. В общем, тут знаете, кто победит? Чей ронин первый бустанет? Если мой, то будет победа за нами. Если его, то будет победа за ним. Тут по-другому никак, мне кажется. Поехали, попробуем сейчас. Так, понятно, мой сейчас здесь сфейлится. Кламане. И все. И пиши пропало, называется. Ребят, это что за начало игры такое, а, у нас? Что за бред? А? Как вот так вот можно фейлиться, ё-моё? Жесть какая-то. Возродиться. Не будем мы возрождаться. Короче, ребят, сегодня серия получается у нас короткая, потому что я на одном уровне сфейлил практически два отряда. Смотри, здесь энергии нету, и здесь одна энергия. Как прикажете мне быть? Вот этих вот брать? Ага. Не вариант вот этих брать. Только вот этот отряд. Ни больше, ни меньше. Все. Меня даже не столько пугает сейчас тигр, а именно ронин со своей истерикой. И он выходит постоянно на постой, ребята, понимаете? Где, блин, справедливость-то, а? Где? Я не удивлюсь, если... Ну ты посмотри! Нет, ты посмотри, что он творит, блин. Ну, хоть так. Сейчас не удивлюсь, если еще выбежит один ронин, опять же в истерике. Я не удивлюсь этому. Так, дайте мне хотя бы, блин, вызвать паладина, ребята, а? Хотя бы вызвать паладина. Так, если бы мой щитобот еще хотя бы его станил, было бы вообще великолепно. Но этого почему-то не происходит. Так, давай-ка мы вот так вот, наверное, сделаем с вами. Конечно, мне хотелось бы призвать друидку как можно быстрее. Но, опять же, не вариант. Так, подожди-ка, что-то вроде бы наклевывается. Заморозка. Так, заморозочка, ребята, нам сейчас хорошо здесь подыграет. Дай манну сюда, елки-палки, блин. Буду долго ждать, что ли? Так. И вот теперь, ребята, самое время для друидки. Блин, друидка, а ты успеешь выйти-то у меня?
И ее сейчас Ронин быстренько, наверное, бомбанет, ребята. Или же не успеет. Сейчас урон нанесут по замку. Хиляем, хиляем, ребята, замок. Кто-нибудь убьет всадника на журавле? Эй! Я не понял, что за проблема-то? Пипец, вот это да. Вот это мы с вами поиграли сегодня. Это самая, самая паршивая, ребят, по-моему, серия у нас получается. Я такого, вот такого бардака я давно не помню. Серьезно вам говорю. Такого беспредела вообще не было. А это на самом деле беспредел. Поверьте мне, это беспределище просто-напросто. Так, хорошо, может быть, как-то, я не знаю, выжили, блин. А что нам это дает? Ничегошеньки абсолютно нам это не дает. Даже если мы с вами сделаем вот этот вот ураганчик, даже если мы с вами призовем друидку, мы все равно сфейлились по времени. 30 секунд на все развлекухи — это ни о чем, ребята. Это просто ни о чем. Вот так вот бывает. А вы думали, что все будет классно. Видели? Вот против таких вот ребят я не могу ничего сделать. Как бы я тут ни старался. Вообще, блин. Ну, я не знаю, ребят. Я расстроился просто в корень. Какой-то Ронин, какой-то тигр. И Ронин у него, да? Ну, имбово просто выбегает. Постоянно, с разбега. Постоянно меня колбасит. Он достал. Ненавижу его, этого Ронина. Вражеского. Мой-то Ронин нормальный, а вот его фуфлыжник полный. Ну и что вы мне прикажете вот сейчас, ребята, делать? Как? Последним нашим отрядом бомбить? Или вот этим вот? Ну, предположим, я возьму этот отряд. И как я буду здесь проходить? Как у меня черный рыцарь будет против Ронина выступать здесь? Это не вариант. Его распишут, поверьте мне. Если он сейчас пойдет медленно, не спеша, то, возможно, моя некра еще здесь как-то отыграет роль. Но этого не происходит, ребята. Абсолютно не происходит. Да идите вы в пень. Зачем я это сделал? Зачем я это сейчас сделал? Господи, я потратил 10, ребята, гемов. Да ты их достал, ты серьезно, что ли, блин, а? Ребят, я просто в шоке. Вот я серьезно говорю, я в шоке. Давай-ка мы этого олуха вот так вот прижучим. Так, Ронин там пытается что-то бежать, ползти. Давай-давай, колобки, бомбите. Так... Душа. Понятно, естественно, всех сразу же нахлобучила эта душа душевная. Ребятули, а у меня, знаете, какая большущая, огромнейшая проблема. У меня здесь нет юнитов, которые могут подбивать воздушные цели. Ты понимаешь? Нет у меня таких юнитов. И получается, что мы здесь ничего не сможем сделать. У нас всадник на журавле всех расколбасит. И базу в том числе. Короче, я потратил гемы, я... Самая паршивая игра. Самая паршивая игра сегодня у меня получается, ребята. Я такого позора давно не испытывал. Господи. 10 гемов профукал. Зачем? На какой отряд? На этот, который вообще без летающего юнита, который даже не может подбить всадника на журавле. Господи. Все, у меня единственная попытка и шанс — это на мой отряд, который у нас вот этот вот. Согласитесь, ребята, здесь... Куда ты идешь? Не надо мне сюда. Согласитесь, что его Ронин, да, который уже третий или четвертый даже ход, выходит в истерике. Ну, это как это, если не имба? Как это назвать? А? Смотри-ка, вышел, не спеша, елки-палки, да, в каком-то свете. Давай посмотрим, насколько хватит Джаггернаута. Джаггернаута, кстати, ребята, хватит. Да, Джаггернаута хватило, отлично. И вот, смотри, ну... Ну вот как можно, ребята, вот с ним тут драться? Как? Я не пойму вот этого. Просто я этого не понимаю. Фаербол, иди отсюда, тигр. Ты нам здесь не нужен, ты лишний здесь в данный момент. Ну конечно же, Ронин, естественно, ребят, всегда психует, всегда в истерике. И что ты с ним тут сделаешь? Да ничего. Так, баллиста, давай, выходи, родная моя. Потому что тут надо тебе тут, по-моему, дела делать. Больше никто не может справиться, кроме тебя. Ну? Да какого лешего-то? Ребят, ну я не знаю, что уже тут... Что уже тут можно сделать? Как тут вообще можно сделать? Давай фаерболом ее накроем, что ли, тогда. Заморозка. Так, давай вызовем баллисту. Грифона надо, ребята, вызывать нам. Вот что я хочу сказать вам.
Давайте попробуем, наверное, за счет грифончика здесь как-то отыграть. Бедный, бедная баллиста, ребята. Ее накрыли медным тазом. Так, а этот-то идет. Ураганчик полетел. Оглушаем. Нормуль. Вот сейчас хорошо пошло. Сейчас пошло очень даже хорошо, ребята. И тигра наказываем. Сколько у нас, ребят? 50 секунд на все дела. Я не знаю, может быть, жнеца нам призвать. Как вспомогательную помощь. Так, вроде бы там у нас все нормуль, да, идет. Разбираем потихонечку. Естественно, естественно, он выбегает, как всегда, в истерике. Но, по-моему, ребята, здесь будет все хорошо. Вот здесь мы с вами вроде справимся. Если сейчас тигр не отправит свою волну. А он не отправил, так что, да, ребята, замок мы ему расколбасим. Господи. А что дальше-то будет, я боюсь представить. Дальше будет еще жестче, поверьте мне. Потому что здесь еще и Вуджен прибавляет. С одним, как говорится, справились, теперь Вуджен прибавляется ко всей этой. Это, прикинь, это терракотовый воин, да? Сзади него будет стоять Вуджен, и плюс будет на мозге компенсировать здесь Ронин. Вы об этом мечтали? Я думаю, что нет. Я тоже об этом не мечтал. Но вот так вот происходит все. Ждем Ронина. Ага, почему-то он стал вызывать именно терракотового воина. Голема этого, ладно, хорошо, предположим, ребята. А мы с вами вызовем тогда грифончика, да? Так, смотри, что происходит, смотри, что он делает. Давай вот так вот накроем его медным тазом. Так, нам нужно, знаете что, на самом деле? На самом деле нам нужно призвать нашего жнеца. Да, да, пускай именно жнец выходит и разбирается здесь с этими сосунками со всеми. Так, рассыпался. Ураганчик как раз нам вовремя выпал. Так, мы их застанили пока. Теперь надо подбить. И выпускаю, ребята, жнеца на волю. Так, жнеца на волю. И вот так вот, хоба! Замечательно, вот сейчас было. Да, но все равно меня какой-то, ребята, осадок офигенный просто. За счет того, что мы столько энергии слили. Ой, на вот этого вот Ронина. Но он псих, на самом деле, вы сами видели все своими глазами, как он делал, как он вытворял дела. Даже щитобот был бесполезен. Ну, естественно, когда он в истерике бежит, у него дамаг там офигеть какой. Кто там может выстоять против него? Никто. Ой, ладно, что у нас тут? Бог ветра, да? Ветродуй, короче, одним словом. И, ну, а, здесь Ронин есть. Но здесь хотя бы нет этого терракотового воина, поэтому вся надежда у нас на то, что мы здесь сможем затащить. Ну, тут сейчас будет стопудово лютовать тигр. Вот, тигр будет здесь лютовать сейчас. Если Ронин не будет, то тигр. Так, ладно, давайте попробуем, наверное, с вами. Не вызывает никого, да? Пока, конечно, не вызывает. Конечно, не вызывает, ё-просоте. Тюх, голема сейчас. Ну, Джаггер. Так, вроде бы успели, ребята. Да, успели. Буквально там на пределе все это дело было у нас. Вышел обычно, хорошо. Хорошо, что он просто вышел. Так, ну, с плюшки-то он, конечно, здесь уже не умрет. Давайте мы, наверное, сейчас подождем вместе с тигром. Их и нахлобучим. Хотя нет, мы и так его убьем. Так, а вот теперь, наверное, нам придется, ребята, вот так сделать это дело. Что-то я тут задержался. Воу! Ты понял, да, что он сделал? Он выпустил, ребята, волну. Да-да, ту самую волну, про которую я вам и говорил в тот раз. Так, жнец, ты мне здесь нужен. Выходи. Давай, наказывай уже всяких тут всадников на журавле и всякой прочей ерунде. А, тут уже, ребята, босс вышел. У него уже бог ветра, смотрите, лютует. Поэтому фаербол нам в помощь. Вот так вот. Так, дамажим, ребята, дамажим бога ветра. Так, ну, вы очнетесь или нет? Вы, что там стоит? Ну, ты смотри, что творит, а? Ой, ребятули, что-то не заладилось у нас опять. Мой жнец, конечно же, погиб. Конечно же, жнец погиб у меня. Бога ветра мы пробить не можем. Надеюсь, баллиста хоть разочек дотянется до него. Дотянулся, молодец, красавчик. Давай вот это вот все, оп. Медным тазом накрываем с вами. Он, естественно, выпускает опять душу. Так, Ронина сейчас мы тут должны распечатать. Ребят, 37 секунд. На все дела, 37 секунд, этого мало.
Этого очень мало нам. Не знаю, как мы тут с вами пройдем, получится или нет. Скорее всего, не прокатит. Ты смотри, что он делает. Ну, как назло, ребята, он выпускает волну. Я же говорил, что тигр здесь будет лютовать. И, нате, как говорится, получите и распишитесь. 13 секунд, ребята, на все, про все 13 секунд. Грифоны, ну вы что там делаете? Ну, Ронин уже не может тебя подбить. Пипец. 3 секунды. 2. Не, нифига, ребят. Ну, фейл и все. Ну, что ты будешь делать? Я не могу прям, меня бесит. Меня бесит. Сегодняшняя игра меня просто убивает. Серьезно вам говорю. Я уже запарился, ребят. Ну, что за дела? Поехали опять. Блин, ну, был маленький шанс пройти. И не хватило опять каких-то там сраных 2 секунды, чтобы мы бомбанули ему замок, а? Сейчас начнется опять истерика. Опять выбежит Ронин, да? С криками «Ура!». Смотрим, ребят, смотрим. Я не удивлюсь. Нет, смотри-ка, он вышел спокойно. Хорошо, Джаггернаут с ним разберется. Но, опять же, не факт, что не выбежит второй. Поэтому давайте прикроемся големом на всякий случай. Так, накумарили. Нет, смотри-ка, что-то испортилось у него, видать, настроение, ребят. Так, хорошо, он тут пробивает, да, нам? Ну, накрыли. Так, давай мы тигра теперь накумарим. Отлично, хотя бы, ребята, так. Хотя бы так, начнем. Оп, подбили. Красавчики, и этого подбили. Отлично, ребята. Хе-хей, у меня жнец выходит в соло. И он отправляет своего босса. А ничего... Нет! Нет, ребята, сейчас хана, по-моему, приснится. Ну, конечно, сейчас тигр убьет мне жнеца. И он волну отправляет. Да чтоб его, а. Ребят, у меня такое впечатление, что просто игра против меня восстала. Вот такое впечатление почему-то складывается. Я понимаю, что это, конечно, бред, но... Вот хотите верьте, хотите нет, но вот так вот все вот кажется. Я не знаю, почему. Так, ладно. Попытаемся, ребята, попытаемся все-таки. У нас еще 57 секунд есть, плюс у нас ураганчик. И плюс вот так мы фаерболом сейчас... Ох, замечательно. Так, заморозка, придержим ее. Все, используем. Так, ага, Вуджен там вышел, да? Мы его накрыли. И вызываем, ребята, жнеца. На всякий случай. Надеюсь, что мы все-таки пройдем сейчас этот с вами уровень. Да, вот это вот бомбическая сегодня игруля выдалась у нас. Продолжить, конечно же, продолжить. И, ребята, мы с вами прошли. Открываем нефритовой империи сундук. И достаются нам 9 карточек на Терракошу. Это неплохо, 12 тысяч голды. И новая территория — это роботы. Начинается, короче, молотильщик плюс щитобот. А у нас энергия есть хоть где-нибудь еще? Давай-ка мы, наверное, попробуем вот этим отрядом. Подожди-ка, этим отрядом мы попробуем. Ага, против молотильщика этот отряд бесполезен, потому что... Слушай, а как мы сейчас будем делать здесь? Мне вот этот вопрос сейчас только что заинтересовал. Как мы будем с вами контролировать молотильщика? А? Твою же налево. Голем, он же не справится. Или справится? Давай посмотрим, справится он или нет. Слушай, справиться он сможет, если... Да, во, хотя бы так, ребят. Так, мы должны успеть. Отлично. Но тут, конечно, будет долгая возня. Тут очень будет долгая возня. Давай вот так вот поможем. Поможем. Получится ли у нас вот фаербол? Вот таким вот макаром только. Отлично. Так, теперь баллисту. Ну, более-менее, ребята, более-менее, я вам хочу сказать сразу же. Давай вызовем, наверное, мы не сможем пока призвать грифона. Энергии не хватает. Кто бы мог другой расклад предположить? Я лично ни о чем другом не думал. Естественно, молотильщик начинает бомбить. Так, мы их наказали. Заморозка. Небольшое перед нами преимущество образовалось. Так, давай вот так сделаем. Ну, потихонечку стесняем мы врагов, ребята, потихонечку. Вот мы уже и к базе подобрались. Давай раскумар делать. Полнейший. Ты посмотри, то тигр у него, то молотильщик, то Ронин у него сегодня с ума сошел. Это жесть какая-то. Сегодняшняя игра просто жесть. Да, ребят, я даже не знаю, стоит ли выкладывать эту серию. Это позор. По-другому не называть.
Ну ты посмотри, у него только пилы летят от молотильщика, а? От моего фиг дождешься, а он пулякает там вовсю. Ладно, ребята, мы переходим с вами на вторую миссию. А энергии-то нету? Есть, вот здесь, ребята, есть уже одна энергия. Слушай, опять же здесь молотильщик. Ну, единственное, что остается, это сыграть четвертым отрядом. Мечник однозначно не сможет вырубить молотильщика. Однозначно. Единственный вариант, это попробовать через некро сыграть. Если она сработает, то хорошо все пойдет. Если же она не успеет призвать, то это будет... Ну вот, смотри, что происходит. Некро сейчас пока надуется, пока вызовет их. Нет, пока хорошо, ребята. Ладно, предположим. Предположим такой раскладик. Так, давай, 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 колобки мои родные. Так, мы еще вот так вот сделаем. Твою же налево. Ты посмотри, ну просто у него сегодня молотильщик в ударе. Вообще у него сегодня бойцы все в ударе, если честно. Все, абсолютно. Так, что такое? Не могу понять, что... Бот-паук тут нам компенсирует мозг. Ёлки-то палки, я думаю, что за ерунда? Так, ладно, некро, ты там как, нормально себя чувствуешь? Ты мне еще нужна. Давай применим опять же с вами ульту. Ульта, конечно, дамажит очень и очень плохо, потому что она не прокачанная у нас. Это стоит запомнить. Так, и я попробую, ребята, призвать сюда сейчас вот тигра. Вся надежда на то, что тигр сделает душу эту, да? По-моему, тут вообще, ребят, не вариант. Эй! А как так? Я вообще не... Тьфу ты. Да, я же вспомнил, ребята, у меня же база-то не прокачана, поэтому молотильщик ее с одного удара и снес. И что же нам? Ладно, хорошо, я возьму имбовый отряд. Пускай у нас... Давай-ка вначале мы вот этот прокачаем. 58 уровень. Все равно жидко, согласитесь. Ну что, попробуем вот этим отрядом. Этот отряд-то уж по-любаську должен, ребята, разорвать. Как ни крути, тут мы должны пройти. Так, и вот этот вот бот-паук меня раздражает, серьезно. Вытягивает, притягивает, как этот, тени толкай, елки-палки, по-другому не назвать. Кто у него тут, молотильщик? Ну, я думаю, что мой Ронин-то, конечно же, его порвет. А мы вызовем сейчас с вами даже мага-рыцаря. Давай, маг... Эй, а что такое? Что-то подклинила игра? Непонятно почему. Нажимал, а она не выходила. Так, этого сейчас тоже разберем. Монетки только отдай сюда, пожалуйста. Только не выпускай свою пилу, а. Как же не выпускай свою пилу? Выпустил он свою пилу, ребят, выпустил. Ладно, попробуем призвать нашу ведьму. Смотри-ка, у меня маг-рыцарь еще как-то выжил, умудрился. После всего, что он пережил, он выжил, отлично. И смотрите, просто расколбас-бас идет. Смотри. Изейший просто. Я не понимаю эту игру иногда. Просто, ребята, у меня взрыв мозга происходит. То толпой прут, то вообще никого не дождешься. И опять же здесь, ребят, молотильщик. И опять же у нас очередные проблемы. Слушай, я что-то в некро начинаю расстраиваться. Почему-то, когда враг против меня играет, да, некро, у него так все чинно, благородно получается. Как только я беру ее к себе в команду, у меня получается какая-то ерунда. Не знаю. Так, ну что, вот. Прет этот придурочный молотильщик. Давай так сделаем. Ты вызывай колобков своих. Конечно, вызовет она колобков своих. Так, некро. Ой. Что в данный момент вы прикажете мне, ребята, сделать? Сейчас базу разнесут. Ну, предположим, мы их немножко вот так вот за... Понятно, хана базе. Твою же налево, да я не могу, у меня просто до истерики, ребят. Меня просто до истерики вымораживает вот это вот все, что он творит, понимаешь? И отряд этот четвертый, который, я не знаю, нету юнитов даже, который воздушный. Их нету просто-напросто, да я посмотрю, надоело вот. Так, убираем отсюда вот этого прыгуна, к чертовой бабушке, он мне достал. И давай посмотрим, кого мы можем с вами здесь взять. Я возьму лучше, блин, ниндзю, вот что я скажу. И вместо некро я возьму... Кого вместо некро-то взять? А вместо некро и взять некого, елки-палки. Надо было в свое время улитку прокачивать до максимального уровня. И пускай бы она бомбила.
Безбожно. Бородавочника взять? Ну, давай. Ну, давай бородавочника. Фиг с ним, ребят. Бородавочник, короче, решено. Он слабый, конечно, у меня, но другого варианта я не вижу. Некро тоже как-то мне тут сейчас... Просто она меня взбесила, и я не хочу ее видеть. Пускай она там пока лежит, сидит, знает свое место. Да, напряг, напряг меня конкретно здесь берет. Что, ниндзя? Ниндзя, в принципе, должна неплохо бомбить молотильщика, насколько я помню. Но в паре с мечником, по идее. В паре с мечником, да? Ну-ка. Опс. Оп. Естественно. Ну, кто бы, блин, мог сомневаться, ребят, что он выпустит пилу? Ну, кто? Иди отсюда. Ой, бородавочник. Одно название, ребята, бородавка. Вот и все. Одно название ты, блин, бородавка. Ну. Ну, давай. Давай так, попробуем. Что это? А каким чудом у меня, интересно, ребята, ниндзя-то выжила? Да ну, невозможно это. Это невозможно пройти. Ребята, этим отрядом невозможно играть. Он у меня то ли слабый, то ли как-то не заточен, я не знаю. Все, хана базе. Да еще и база не раскачана, понимаете. Ульта, которую я применяю, она не наносит им никакого урона. Она просто их замедляет. Господи, это ж надо вот так вот вляпаться в сегодняшнюю серию. Вот так вот обделаться на месте просто-напросто. Меня же бесит. Энергии нигде нету. Может, нафиг эту серию не будем выпускать, а, ребята, в эфир? Это какой-то позор просто-напросто. Просто позор, по-другому не назвать. Давай берем бородавочника. И вместо бородавочника мы с вами возьмем... Мне и брать некого, вот в чем проблема. Давай вот, зомби возьмем, взрывного. Может быть, он все-таки нам здесь поможет. Он, кстати, должен помогать, когда молотильщик на тебя бежит со своей пилой. И тут выходит наш зомби. Бумкает нехило, поверьте мне. Но у него сегодня, естественно, ребята, ульта срабатывает за ультой. То есть, вы сами видели, молотильщик все время пилы выпускает. Ронин сегодня тоже у него в угаре. Тигр также бесявый. Как с ними тут можно, ребята, совладать? М? Ну как? Я вот, например, не... Ну смотри, ну что он делает, а? Давай, 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 зомби радиоактивный, родной мой, выходи. Так, отлично, сейчас накроем всех медным тазом. Вот. Давай замедлим. Выпустим ниндзю нашу. Она накажет здесь всех. Я удивился, что молотильщик не выпустил, ребят, пилу. Это прям новость какая-то радостная для меня. Так, ну здесь выходит Джаггернаут уже. Как говорится, час от часу не легче. Так, тигр, давай, наказывай этого, короче, Джаггернаута. Я знаю, что ты сильнее его в разы. Опять идет этот пердун молотильщик, а? Давай ульту. Так, ульта. Ну, она немножко не там, конечно, сработала. Но все равно это лучше, чем бомбить он будет. Так, Джаггернаут там веселится, да, я смотрю, да? Вертушки свои показывает, демонстрирует всем. Так, ладно, взрыв. Ага. И все, ребят, обмен. Произошел у нас обмен. У него пила, у меня, как говорится, душа вылетела. Так, хорошо, здесь давай вот так вот применим. И вызывать будем ниндзю. Так. Если мы с вами Сакуру прокачаем по полной программе, по фулке, это будет, поверьте, нормуль. Имбовая такая вот ульта. Ну, я не могу с ним совладать. Ну, хоть ты тут что ты делай, я... Ну, посмотри, ребят, ну... Ну, как это можно назвать? Ну, я не знаю. Бесполезно. Бесполезно. Давай так замедлим. Мы опять с вами фейл получим по времени. Фейл по времени, да? Получается у нас. Так, Джаггернаута, ну, якобы накрыли. Так, там молотильщик еще сзади бубнит что-то. Давай, зомби, взрывайся. Так, на ускорение плюс заморозка. 11 секунд, это фейл. Мы не успеем. Мы с вами, блин, не успеем ничего здесь сделать. О, ребята, меня бомбит. Это просто жесть какая-то. Просто жесть. Я ускоряюсь, ребят, потому что здесь все равно переигрывать надо. Единственная проблема, кем и как переигрывать. М? Есть какие-нибудь варианты? Смотри, как только я ускорился, да, у нас сразу же все хорошо. Мы сразу же пришли на... Ага, хотел сказать, пришли на базу и разбомбили. Конечно, разбомбили, ага.
Ничего мы тут не разбомбили. Все только лишь в процессе. Но на самом деле очень сложно. Очень сложно. Давай базу добиваем. По времени мы, конечно, с вами не уложились. Но на следующий уровень якобы перелетаем. Так, а что у нас тут? Есть где-нибудь? О, ребята, есть энергия. Одна штучка. Давайте. Этот-то отряд, я знаю, потянет. Тут щитобот, тут же у нас молотильщик. Все дела, все педали, как говорится. Поехали. У нас будет, естественно, также выходить щитобот. Также мы будем за него, за спину выставлять нашего молотильщика. В общем, все по фэншую, как и должно быть. Вот смотрите. А? Ну, ты вот что сейчас сделал? Вот он что, издевается надо мной, что ли? Я не могу понять. Вот, ребят, ну серьезно, ну это, ну что такое сейчас было? Что вот сейчас такое было? Как он это сделал? Как у него получилось у этого говнюка все так сделать, блин? Выпустить пилу и... Нет, ну вы извините меня. Всему должен быть, конечно, разумный подход. Но это вообще не дело. Это не дело, ребят. Не знаю, я просто в шоке. Вот серьезно, я в тихом шоке нахожусь в данный момент. Джиггернаута не можем пробить. Что за дела? Так, друидку сейчас вызову. Ну их нафиг всех, а. Я этот уровень все равно, ребят, пройду. Что бы он там ни делал, как бы он там ни пыхтел, я должен пройти этот этап. Так, погнали. Сколько у нас? Минута 20, отлично. Хватает времени у нас за глаза, так что не спеша, не дыша, выходим и будем бомбить сейчас все ему. Кидри, нифе, не достал он же в корень. Если бы друидка... А она поставила тотем, да? Или нет? Боевой, я вот не вижу. Я вижу, что опять нас, по-моему, стесняют немножечко, да? В нашу сторону. Ну да, да, да. Пятится друидка, значит, кто-то рядом с ней стоит. Просто так она бы не пошла бы. Ну, два джаггернаута. Так, тут пробили. Отлично, ребята. 48 секунд. 48 секунд у нас. Ё-моё, 47. 42. Так, ладно, пробуем. Заморозка. 36 секунд. А как он... Он быстрее... Он, ребята, джаггернаут отхиливается быстрее, чем я ему наношу урон. Офигеть, да? Просто обалдеть. Так, давай вот так вот сделаем. Есть, успел все-таки, успел. Опять там на последних, ребят, секундах. И квест завершен, опытный тактик. Опытный тактик, но меня-то это не радует. Что у нас здесь новенького, ребята, будет? Ну, естественно, хилбот, щитобот, молотильщик, все дела. В общем, ребят, я не знаю, я подумаю, стоит ли выкладывать этот видосик. С другой стороны, вы скажете: Рэй, а почему ты прошел и не показал, да? Что там было и как там было? Ладно, ребята, я, наверное, выложу, а может быть нет. Но в любом случае мы с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока и до скорого.